наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели. Немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, не находя себе никакого оправдания. Мы грешные приносим Тебе, как владыке, эту молитву. Помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас. Ибо мы на Тебя полагаемся, не прогневайся на нас сильно, не вспомни беззаконий наших, но призри ныне, ибо Ты милосерд, и избавь нас от врагов наших, ибо Ты Бог наш, и мы люди Твои, все мы дело рук Твоих, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери открой нам, благословенная Богородица, чтобы мы, надеющиеся на Тебя, не погибли, но да избавились с Тобой от бед, ибо Ты спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, да воскреснет Бог, и да рассеются враги Его, да бежат от лица Его все ненавидящие Его, как исчезает дым, пусть исчезнут, как тает воск от лица огня, так да погибнут бесы от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголящих, радуйся, пречестный, животворящий крест Господень, прогоняя беса силу на Тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьявола, и даровавшего нам крест честный на прогнание всякого супостата, о пречестный же отворящий крест Господень, помогание сопрестой Госпожой Девой Богородицей со всеми святыми во веки. Аминь. Огради нас, Господи, силой честного же отворящего Твою Христа, сохрани нас от всякого зла. Господи, слава Тебе за прошедший день, за все Твои милости и щедроты, за тихое мирное время, за все Тебя благодарим. Аллилуйя! Сохрани нас, Господи, всю ночь. Поставь всю невидимую охрану над нашим селением, над нашим лагерем. И по молитвам всех святых и пречистой Твоей Матери, священномученика Климента Анкирского и священномученика Анфима Никовендийского, спаси и помилуй нас. Даруй, Господи, нам страха Твоего, веры, послушание Слову Твоему. Приготовь души тех, которые готовятся ко крещению, всему спасительному таинству. И приведи новые души к познанию истины. Всех приезжающих сюда благослови, отъезжающих. Спаси и помилуй болящих рабов Твоих. Сергия парализована, Надежду Николая, Любовь Анну, Александру, Агафью, Татьяну, Неонилу, Марию, Валентину, Раису и других. Скорбящих утешь, гонимых за веру, укрепи. Всех нас помилуй, милости Твоя ради. Слава Тебе, благодарение за все Твои благодеяния, за это тихое мирное время. Слава Тебе, Боже, во веки. Достойно есть, кого истину блажите Тебя, Богородицу пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по молитвам пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Прими, Господи, все моления наши, воздеяния рук, как жертву вечернюю, пред престолом благодати Твоей. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе, на земле,
и услыши молитвы тех, кто молится нас во благо нам. И прими наши молитвы о всех, заповедавших молиться о них, да будет все по воле Твоей святой. Аминь. Говори, Господи, слушает и слышит раб Твой. Так, ну из детей, кто желает сейчас встать и посмотреть звездное небо? Все желающие, да? Не все? Ты рано будешь вставать? Все же не хочешь так, Да мы не будем рано вставать. Значит, пусть, ну не желает, пусть она, значит. А потом мы встанем, конечно, попозже. Ну выше руки поднимите, что ты, папа? Я. Не уверен. Ну все, урок астрономии нам Игнат Тихонович давно говорил уже про истину. Отпускайте. Все, отпускайте. Значит, сейчас, ну, взрослые как уже, смотрите. Потому что уставшие есть, поэтому. Так, еще дети, когда встаем, потихоньку. Не надо кричать, потому что помним, взрослые, обслуга, они рано встают и будут спать. Понятно? Да, хорошо, поняли? Да, чтоб точно. Не кричали, а спокойно шепотом даже разговаривали. Не надо громко кричать. Потихоньку подойдем и все вам объясняем. А сапоги? Ну, конечно, чтобы дядя Володя нам помог в этом. Что с телескопами я с такими дела не имел. Я имею общее представление, но там все эти тонкости. Да. Так, сейчас 7 ударов и отбой. А взрослые, кто желает, можете остаться, мы с вами помолимся. Молитвы продолжительные. В туалет обязательно сходить. Одежду свою не оставляйте, дети, здесь. Забирайте. Кому холодно, дополнительно одеяло. Можно спать одетым, но в чистой одежде только. Не в грязной. Давай. Ну, я говорю, что мы попозже встанем. Мы учтем это. Учтем. 7 ударов, одной.